Надо на чем-то их пытать. Скваш, подойди сюда. Да это мягкая клиня, она отломается. Скваш, подойди сюда. Темно жесткая. Расскажи, как, что произошло? Вот решил по пипики хотя и. Что? По пипики это мой друг, я его знаю. Картоф на голове. Так, расскажи, не показывай, еще рано. Ну решил свет врубить. Но и телефон из. Короче, он уронил телефон в говно. И смотрите, мы кое-что соорудили. Джон, покажи. Посвети на это. Это удочка, а на конце Ролтон. Сейчас мы поймаем охуенное говно с телефоном. Так, у кого-нибудь есть фонарик еще, кроме вот этого? Можешь посветить, а то не будет видно. Я могу посветить. Они поместятся все вместе. Телефон находится на глубине 2 метра. Знаете, где-то. Самый угар, если я GoPro туда уроню, блядь. Давайте, включайте светильнички. То сейчас ничего не видно будет. Кто хочет, так, вот оно, это заведение. И классно. Ой, блядь, куда же ты? Надо еще выдержать это. Вон он. Где? Он там, вот видишь? Ой, блядь. Давай удочку. Светите внутрь. Вниз. Удочка ни разу не входит в сортир. Это он? Никто не видит. Надо оттуда. Еще немножко осталось. Согни ее где-нибудь. Пройдем еще. Так, вот, там интересно. Тише, подожди. Бля, чуваки, я очень... Ниже. Дышать нечем. Бля, блядь. Короче, блядь, давай, дай выбежать отсюда. Блядь. Это пиздец. Самое ужасное, что я видел в жизни, это происходит сейчас, блядь. Бля, мне кажется, что я проебу. Тихо, черпанул говна, блядь, на телефон. Посвети на Джона. Воняет. На Джона можешь посветить, на Джона? Все ништяк. Бля, чувак, ты всковырнул говно, оно завоняло, пиздец, отдал нахуй. Бля, спасибо. Это же ваши дошираки и бакбир. Давай. Просто там твердое дерьмо такое. Давай граблями. Фу, бля. Сейчас еще сильнее завоняет. Давай, чувак, немножко осталось. Бля, она просто... Вот. Тихо. Веди. Веди дальше. Подожди, блядь, закопал. Вот! Веди, нет! Давай. Тише. Так. Все, да. Не вытаскивай, дай вылезти отсюда. Дай вылезти, а ты сейчас говно у нас обляпаешь. Тихо. Подождите. Медленно уходит. Стой. Дорогу. Стой, свети туда. Дорогу. Блядь. Чувак, аккуратно. Тише. Блядь! Мы достали! Веди на фонарь, блядь! Блядь! Нет, не чувак, за территорию! Пошли по-моему сразу лучше. Иди сразу под воду, да. У тебя перчатки есть? Никсовские, может, остались или строители? Сейчас. Хуже этого. Я сразу Симку достал. Сейчас. Фу, чуть не блеванул. Я не хочу видеть. Самое страшное видео. Самое... Сейчас выкладываю. Неважно, я чуть... Да, самое интересное. Я не могу больше. Так, на меня. В общем, мы достали телефон из говна, и сейчас мы хотим его помыть. Пока телефон с говном лежит на дороге. Все
Что мы с этим делаем? Свети, 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 свети! А, Барлет, Барлет, Барлет. А можешь позвонить? А, позвони. Джон, позвони. Подожди, не стой под воду. Чувак, 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 давай проверим, работает он или нет. Аж скотч, а то уже сам скрил. Тихо, 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 тихо. Это глюканул, еще раз такое было. Еще раз, еще раз. Сейчас мы позвоним говну, блядь. Какая мелодия будет? Говёная, блядь, блядь. Еще раз, еще раз, раз, еще раз. Должен позвонить. 909, да, Слав? Да. Да. Посветил он себя фонариком, блядь. Хорошо. Не, ни хрена, все уже. Не, ну он должен говорить. А, он отвечает, там ключ. Вон он ответил. Давайте. О, говно разговаривает. Говно разговаривает? Ааа, я уже говно разговариваю. Говно на проводе. Человечек. Блядь, здесь он будет в говне. Паша, Паша будет в говне. Я не буду, блядь, вообще не спрашивать. Там так, покажи победителя. Подожди, что ты делаешь? Я делаю, да, позвоним. Звони, говну. Ой, фу, не, мой. После этого он точно не будет звонить. После воды. Я сейчас блеванул. Надо протереть здесь. Оставь ему дороги, он чувак найдет. О, телефон нашел, алло. Знаешь, шутка, но... Надо положить его где-нибудь так, на видном месте. И оставить вот тут вести. Давайте возле Владика. Кто первым подберет? Давайте возле Владика положим, он завтра рано утром поедет. Звонит? Звонит? Нет. Не, он не может. Я попробую врубить. Это не туда ты пошел. Нет. Нет, давайте правда возле Владика положим. Он не будет звонить после этого. Нет, давайте ему телефон закинем. Просто пустой телефон положим перед калиткой. И они подберут его завтра утром. Смотри, сейчас операция. Подберут, конечно. Смотри, он сейчас из говёного телефона вытаскивает симку. А симка-то тоже, блядь. Уже в говне сейчас будет. Была не в говне. Это просто её ключи сделаешь заново. Блять, мне ждать тебе Машку 2 месяца, потому что телефон на нее. Зарегал. От дерьма. А это че, ее? Держи, держи, держи просто. Сам пойдет сейчас. О, кадет, мы же не. Что вы делаете? Моим сим-картом. Там идут люди, а вы, блядь, скучающие. Отмываем, блин, чувак. Леша, ты можешь взять пакет, через пакетик телефон положить? Конечно, конечно, да, сейчас. Давайте еще положим. А давайте чуть потом еще там, да, положим бумажный пакет и подожди коробку. Давайте просто вот доширак наберем говна и вот и положим доширак. Вот сюда такой, о, доширак. Катапульту просто. Не, начисто. Блядь, я думаю, первые два выстрела окажутся исключительно на нас, блядь. Первые два выстрела говна или в забор. Давайте не будем тут вставлять. Кого? Удочку с говном? Да, скваж. Скваж, спрячь куда-нибудь удочку с говном подальше отсюда. Наше дело соорудить и достать было.